Здравствуйте, уважаемые любители стратегии. Продолжаем играть в мод «Блатная сталь» за Кордовский халифат. Что-то много событий произошло. Вот сейчас я собираюсь раздолбать вот этот стек. Вот этот стек. Будет очень интересная битва. Так. Здесь отправим вот эти вот войска. И тут 4 отряда возьмем. Раз, два, три, четыре. Пять двум. Ну и на всякий случай отсюда. Что ж, начинаем битву. С мятежниками. Разворачиваем войска. 2, 3, 4, 5. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать пехоты. И вот тут два войска, двое отрядов на всякий случай. Начинаем битву. Вперед, вот сюда вот. Пускай идут. Так, иди сюда, иди сюда. Ага. Давайте, стреляйте, стреляйте. Естественно, огнем. Отлично. Эти войска идут сюда. Так, немножко на скорости. Понеслась. Понеслась. Так, скорость снимаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Отлично, вот это вот, идите сюда. Так, вот эти войска, пускай бьют их. Так.
Интересно, интересно. Ух. В наших попали. Ядрить, смотреть. Не надо так делать. Тарирарам, пам-парам, парарарам, пам-пам. Давайте эти стреляют сюда, эти стреляют сюда. Что у нас тут? Давай, атакуй. А в принципе эти могут уже не стрелять. Угу. Ситуация уже под контролем, уже все разбежались, толпой никто из врагов не стоит, чтоб огнем в толпу. Можно, в принципе, разве что в этих. Сейчас посмотрим. Отлично. Хорош стрелять. Застрельщики тут. И эти побежали. Завершаем битву, победа. Вот этот в Лион отправляется. Так, в Бургосе переобучим. Так, что у нас тут? Тут у нас
пускай так и остается, наверное. Здесь переобучить или нанять, наймем, наверное. Не, переобучим, переобучим все-таки. Что у нас тут в Италии? А в Италии у нас армия. Армия. Еще 9 человек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Отлично. Тут. А ну а если тут не переобучать? Не переобучать. 500 монет. 500 монет. Построить не получится, да. Значит, нанять, наймем, если так выйти, можно нанять еще. Так, отлично, тут армия, тут армия. Делаем ход. Республика Генуя. Заключить союз. Не хотят. Сведения о карте предложить. Них. Давайте оставим этот разговор. Не хотят. Не хотят, как хотят. Идите, шевелите своими ногами. Битва. Проиграли. Золотая орда. Интересно, что буду делать французы? Будут ли нападать на Барселону? На. Напали все ж таки. Напали. Ох уж эти французы. Все морские бои мы проигрываем. Не хотелось мне воевать с французами. Ну что ж делать? Бунт. Бунт. А, что ж. Бунт есть бунт. Отношения ухудшились с венграми. Теперь дипломатические сведения. Державы, начавшие войну. Шведы напали на Великий Новгород. Французы на Кордовский халифат. Золотая Орда на Египет. Державы, разорвавшие союз. Золотая Орда с Венецией. И державы, заключившие союз. Иерусалим со Священной Римской империей. И французы с венграми.
Также доклад о найме. Сводка новостей, два члена семьи. Джафар ибн Фазим и Зануаль Магриби. Ух ты, ядрить Мадрить. Итоги хода. Армия на третьем месте, общий рейтинг третий. С финансами тоже тяжело. Осада поселения Барселона. И путь перекрыт. Так. Что у нас тут с Кордовы? Выводим всех. Выводим всех. Здесь. Что у нас тут? Если напасть на них, вывести войска. Соотношение 7 к 10. 7 к 10 очень слабенько. Ага. Можно вот сюда вот войска подвести. Отлично. Что у нас тут? Тут у нас довольно-таки любопытная ситуация. Обход будем идти. Все-таки в обход. Так, из Севильи тоже выводим войско. Из Толедо тоже выводим войско. Так, здесь подводим войско сюда. Отлично. Уже 9 к 10. И здесь... Атакуем французов. Атакуем французов. Надо поколошматить их. Разворачиваем войска. Три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять. Ну-ну. Два отряда подкрепления идет. Ну что ж. Ну и куда вы претесь?
Так, это вот этот отряд. Ну-ну. Стреляют, ребятки, стреляют. Интересно, интересно. Что это за французская армия такая? Вот эти вот. Ну-ну. Ух, конница ихняя. Вошла, в кого она там вошла? А, в пехотку. Главное, наш командир. Давай, командир. Давай сверху, сверху, сверху. Отлично. Что у нас тут? Давай, командир. Давай, 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 давай. Тяжелая конница. Это, наверное, их вожак. Давай, 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 догоняй. Завалили. Вражеский полководец умер. Командир Уберт. Так. Отходим. Так. Командира в сторону. Командира в сторону. Так. Давай по застрельщикам. Вперед давай.
Тренируем, тренируем армию. Давай, давай. Продолжаем битву. Продолжаем. Давай, 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 давай. Отлично. Командир тренируется, это очень хорошо. Ладно, завершаем битву. Вот. Ну, просто прекрасно, прекрасно. Потеряли 312, 39, 2. В общем, 350 человек. Казнить. Так, в Барселоне. В Барселоне. Переобучить некого. Построить, строиться. В Сарагосе. Естественно, нанять надо. Нанять. Оп. Не вот так. А эти войска все сюда перевести. Все сюда. Вот этих переведем и хорош. Вот этими можно отойти. Отлично. Отлично. 3000. 3000 у нас. Так, что делаем, что делаем? Семьсот девяносто четыре человека. Не, ребятушки. Давайте вот так сделаем. А этими вот так. О, отлично. Просто замечательно, просто замечательно. Деремся. Разворачиваем войска. Пускай, в принципе, так и остается. Так и остается. И начинаем битву.
800 человек. Вот сюда вот идут. В принципе, пускай поставить здесь. Конница. Погода, конечно, мерзопакостная. Промотаем. В принципе, и не мотать. Раз, два, три. Все, огнем кидаем. Ну что ж, смотрим, смотрим. Ух. Отлично. Уф. Давайте этих погасим. Не попадает что-то. Хм. А эти тут развлекаются. Армия помощников наших. Бита уже 6%. Давай, бахай. Что ж ты не кидаешь? Ой, слабо кинул, слабо. О! Ух! Отлично! Положил. Отлично, уже 11% на 7. Ладно. Вот эта армия, давай, штурмуй. А вы стоп. Тарирарам-пам-парам, парарарам-пам-пам. Наблюдаем.
Та-ра-ра-пам-па. О, конница подошла. По идее, должны побежать. Так оно и есть. Это кто такие? В принципе, победа ожидаемая. Ожидаемая. И мы побеждаем. Побеждаем элементарно. Продолжаем битву. Умрет их не полководец или нет? Вот в чем вопрос. Девяносто 9%. Погнали. Не, все-таки командир ушел. Плохо. Герой дня согласен, естественно. Бьем. Неаполь. Отлично. Король. Принц. Член семьи. Ну-ну, давай. Колбасим. Разворачиваем войска. Начинаем битву. На скорости. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Объединяем. Извините,
Второй отряд тоже приближается. О, стены уже разбили на 61%. 78%. Вперед. И эти идут вперед. Сейчас. Не, стоп. Так. Давайте, колбасьте их. Ох, красавцы. Отлично, отлично. Да идите тоже вперед. Восемь процентов погибло. Что у нас тут? Как-то расположены они. Давайте, давайте, сдыхайте уже. Принца Дрого убили. Что ж, вот еще кого-то завалили. Принцы, принцы. Да, стреляй. Денежки, денежки, нужны денежки. О, давай, давай. Как раз ты мне и нужен. Охрана полководца дохнет. Погиб вражеский полководец Гвидо Дальтавила. Ну-ну. Уже 29% заколбасили.
Сейчас самое интересное, тут в центре начнется. Чего? А, наши зашли. Посмотрим, что тут. А тут колбасятся. Давай заводим. Заводим. Отлично. Тут кто-нибудь остался из этих? О, давай. Ой, а это кто такие? А это все наш. Отлично. Давай, 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 давай. Чуть-чуть на скорости. Эти вот туда вот кидайте. И эти кидайте. И эти кидайте. Интересно. Интересно, уже 75% поубивали. Огнем, естественно. Огнем. О, летит, летит. Никого. Ну-ну. Уф. Так, вот это хорош. Давай этих в помощь. Теперь на скорости. Сейчас победа за нами. Еще один город.
Так, тут вот этих вот можно освободить от боя. Устали уже, мало их. Эти сражаются. Девяносто один процент уже переколошматили. Ух ты, колбасится, дохнут. Легкая конница. Ну, тут еще кто-то на коняках. Что ж, победа. Победа. Неаполь. Уничтожим жителей. Уничтожим. Вот. Таким образом. Ну, пожалуй, еще, наверное, вот этот отряд. В Неаполе ремонт. Переобучить никого нельзя. Построим казармы. В Бари. Вот этих вот идиотов расформируем. Нанять никого нельзя. Командиром убийских копейщиков возьмем. И вот этот вот отрядик, наверное, тоже сюда отправим. Ага. Так, ладно. И вот этот вот, наверное, отправим. Замечательно. В поле, кстати, я совсем забыл про вот этих вот тети дяди. Так, дабы их отправить сюда. Тети дяди. Так, теперь в Барселоне. В Барселоне переобучать будем. Нанять никого. Армия приличная пока. Сарагосу надо отправить. О, в Сарагосе сейчас еще одного отряда не хватает. Ну ладно, пока так. Тут угу.
Два хода тут осталось. Тут наймем. Наймем. Не наймем. А если так? Тоже не нанимается. Ладно, посмотрим. Держава Сицилия повержена. Сопротивление в Неаполе бесполезно. Отношения ухудшились с Польшей. Отношения ухудшились с Шотландией. И мятеж в стане врага. Ну, понятное дело. Так, кстати, как тут Папа Римский поживает? О! Римский. Папа Римский. Ух ты, полная армия. Интересно. Вот с Папой Римским мне бы не хотелось сейчас воевать. Так, 6000. Строим плац. Строим дороги. Строим ипподром. И на этом заканчиваем ход. Заканчиваем ход. Ну, попробуем замириться с французами. Не хотят. В общем, конец данной серии. Всем пока-пока. До новых встреч.